В Баку состоялась 9-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджанской республики, Грузии и Турции. Со вступительной речью на мероприятии выступил министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Глава МИД Азербайджана отметил, что существующее региональное сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией, в основе которого лежат исторические добрососедские и дружественные отношения, основано на таких фундаментальных принципах международного права, как территориальная целостность и суверенитет. Он отметил, что существующий диалог на высоком уровне между тремя странами, межпарламентские связи, а также связи между различными государственными структурами способствуют сотрудничеству в рамках региональных и международных платформ. Также с удовлетворением отмечено наличие взаимовыгодной повестки сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, транспорт и коммуникации, сельское хозяйство, эффективное управление водными ресурсами, высокие технологии, туризм, гуманитарные науки. Была подчеркнута важность продолжения успешных энергетических проектов, связывающих Карабахский и Черноморский бассейны с учетом альтернативного энергетического, а также транспортно-коммуникационного потенциала региона и продолжения инициатив в сфере зеленой энергии. На встрече были обсуждены вопросы текущей повестки дня, многостороннего сотрудничества между тремя странами, перспективы регионального сотрудничества и другие двусторонние и многосторонние вопросы. По итогам трехсторонней встречи глав МИД была подписана Бакинская декларация. Затем в рамках организованной пресс-конференции министры выступили с заявлениями.